Под Казанью вовсю идет стройка платной трассы М-12 до Москвы. Всего в Татарстане построить 6 съездов с платки. Два из них, рядом с аэропортом и возле Егорьева, это основные въезды в Казань. Главными воротами в город станет развязка на Оренбургский тракт и трасса Р-239. Покажем, как ее расширят и где построят объездные шоссе. Первый участок – Большие Кабаны – Сукуры. От развязки на аэропорт до Сукуров дорогу расширят с 2-3 до 4 полос с разделительной полосой. Сейчас здесь реверсивное движение. По средней полосе нередки ДТП. Не доезжая до Сукуров, возведут развязку. Поток направят в объезд села. Второй участок. Объезд Сукуров. Дорогу пустят по южному маршруту по окраине села. Она будет в 6 полос. Стройка затронет около сотни участков, в основном проданных, но не освоенных. Их будут выкупать. Новая дорога выйдет на старую трассу возле села Обухово, ближе к Мёше. Здесь появится двухуровневая развязка. Прежняя дорога через село станет улицей. Третий участок – Сукуры – Державино. Этот участок расширит с 2 до 4 полос. Построят новые мосты через Мёшу и Каипку. Возле Егорьева – развязка на новую платную трассу М-12. Здесь пройдет главный поток на дорогу Казань-Москва и новый мост через Волгу. А трассу Р-239 расширит до поворота на Лаишево и Державино. Здесь также планируют развязку в 2 уровня. Стройку начнут в этом году. Всего она затронет 24 километра. Из них 6 – объезд Сукуров. Трассу М-12 хотят сдать до конца 2023 года, а вот объезд Сукуров пока только проектируют. Скорее всего, пару лет по дороге на Лаишево и Боровые-Матюшино нас ждут большие пробки.